Дорогие друзья, здравствуйте! Мы вас приветствуем на нашем канале Юрия и Лариса Иванова. Рады вам, что вы к нам заглянули. И сейчас мы готовим бюджетные котлеты из куриного фарша с рисом. Для них я взяла вот здесь грамм 600 куриного фарша. Взяла вот такой вот бокал риса вареного. Уже сварен у меня этот рис. Я его сейчас перекладываю в фарш. Теперь я тру луковку на терочке. Скидываем лук, который я натерла. Солим по вкусу. Эксцентрирую всегда теперь внимание в нем. По вкусу, по вкусу. Перчим по вкусу. И разбиваем яйцо. Теперь это все перемешиваем до однородной массы. Тщательно. Тут немного ракурс поменяли. А то солнышко заглядывает в окошке. Весна, однако, на улице. Яркое солнышко и немножко картинку портит. И сейчас я сюда добавлю еще муки. Добавляю муку по вкусу. Ложка. Две. Три. Сколько тут у меня? Четыре ложки муки по вкусу. Крути, что было, то и добавила, да? Да, я готовлю бюджетные котлеты, чтобы мы наелись, были сыты. Полезно, не полезно. Полезно то, что в рот полезло. Что теперь сделаешь? Живем в условиях выживания. Вот сейчас пусть немного постоит этот фаршик, и я буду готовить котлетки. Разогрею сковороду с маслицем и вот такие замечательные котлетки приготовлю. В сковородку налила масло и буду класть сюда котлетки. Сейчас возьму. Масло разогрелось у меня. Так, вот так я их буду выкладывать. Постараюсь аккуратненько. Надо подкрутить плитку, чтобы ровнее было, то масло убегает все. Не говори. Мой косяк, извиняюсь. На следующем видео исправлю. Да зачем это? Тебе лучше, чтобы бежало в сторону? Что-то мне так не нравится. А я так хотела руки не марать. Ну, думаю, вот так выложу. А вообще даже не нравится. Придется марать руки. Хотела ноу-хау сделать, типа. Вот так вот надо, по-нашему, по-деревенски, по-российски. Не знаю, по-российски ли. Я, можно сказать, выросла в Казахстане. Чему я тут научилась особо? Это в Казахстане не такие люди. Ну вот именно. Что? По-советски я делаю. А, во, по-советски, да. Вот выложила это, как оладушек получилось. Сейчас обжарю с двух сторон, а потом немножко потомлю под крышечкой. И будут котлетки сногсшибательные. Мне уже нравится. Мы тут уже не удержались. Одну попробовали. Почему тут жарится куриное мясо, да рис вареный. Вкусно. Уж поверьте. У меня тут конвейер прямо. Одни вытаскиваю, другие кладу. Все, последние котлетки, последний штрих. Вот. Все, я уже допекла. И скоро мы их будем кушать. Такие вот котлетки у нас получились, мы их допекли. Смотрите, какие они внутри. Видите, форму они держат. К тому же, сейчас попробуем вместе с мамой.
Обалденные котлетки. Кушайте котлеты от Ивановых. Да. Я хочу сказать, не забывайте ставить лайки, дорогие. Писать комментарии. Мы очень-очень рады. Всем пока. До встречи.